Я в Нальчик вылетаю и вечером обратно из Нальчика на Москву.
Бетконе 757-800. Дорогие друзья, приветствую вас на борту Победы. Сегодня я, Сергей Пунов, лечу с вами в этом офигенном самолете. Я вас сразу предупреждаю. На борту нашего самолета Boeing 737-800 авиакомпания Победа, выполняющая рейс 193 по маршруту Москва-Внуково, аэропорт Нальчик. Время пути ровно 2 часа. В Нальчике сейчас хороший весенний день, плюс 4 градуса тепла. Через несколько минут мы будем полностью готовы к отправлению. Я хочу особо обратить внимание, что курение, использование электронных сигарет, средств нагревания табака, также распитие спиртных напитков на борту нашего самолета категорически запрещено. Наши клиенты должны находиться на местах, указанных как пассажные талоны. Я желаю приятного полета. Благодарю за внимание. Good morning, ladies and gentlemen. This is the captain. My name is Dmitry Lipko. Welcome on board Победа Airlines Boeing 737-800, performing flight 193 from Moscow Vnukovo to Nashik. Flight time 2 hours. Weather along the route and destination port is fine. It is moving in Nashik plus 4 degrees Celsius. Good spring day. And please be advised that smoking, using e-cigarettes, vaping, drinking alcohol is strictly prohibited on board of our customers. Must be seated in accordance with their boarding pass. Enjoy your flight. Thank you for attention. Вот когда мне хочется в неподходящем месте, я сразу вспоминаю народную мудрость. Покуришь в самолете Победы, заплатишь 250 тысяч. Короче, ребята, не курите. А вот выпивать алкоголь не слышно. К сожалению, в самолете тоже нельзя. Да, безысходность. Но вот воды бортпроводники нальют сколько захотите. Не стесняйтесь спросить. Кстати, спинки кресел не откидываются, пледов и еды нет. Но зато мы с вами летим в новейшем современном самолете Boeing 737-800 с самыми крутыми пилотами. Все. Двери 4L, 4R, положение АМТ. После своего путешествия вы выбрали победу и желаем вам приятного полета. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board with Boeing 737-800 service to Nalchik. My name is Elena, I'm your CEO cabin attendant. Let me introduce my colleagues, Alena, Angelina, and Alina. Our flight will take 2 hours. We are here for your comfort and safety, so let us look after you on this flight day. Thank you for choosing Победа Airlines for your stage journey. Enjoy your flight. Дамы и господа, Победа заботится о здоровье своих клиентов и работников, поэтому обращаем особое внимание. Ношение масок на протяжении всего полета – обязательное требование. Благодарим за понимание. Ladies and gentlemen, please be informed that the wearing of personal protective equipment is mandatory for all the flight. Thank you for understanding. Один важный момент. Не пропустите демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Ну, так, на всякий случай. План действий, прошу, покажите нам под музыку. Светящаяся дорожка указывает направление к аварийным выходам, которые расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. Ближайший аварийный выход может находиться позади вас. При выпадении кислородной маски потяните ее на себя, прижмите к носу и рту, дышите нормально. Путешествуя с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут, когда включено световое табло. Пристегните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Использование аварийно-спасательного оборудования детально изображено в инструкции перед вами. Рекомендую ее изучить. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety demonstration. The escape path lighting will direct you to the emergency.
emergency exits in the front, middle, and rear part of the aircraft. The nearest emergency exit may be behind you. If oxygen mask drops down, pull it towards you, place it over your nose and mouth, breathe. Travelers with a child should secure their own mask on first, and then assist the child. Seatbelt should be fastened and tightened whenever the fastened seatbelt sign is on. To open your seatbelt, lift the buckle cover. You may find detailed information about safety equipment in the safety information card in front of you. Thank you for your attention. Дорогие друзья, скоро мы взлетим. Проверьте, пожалуйста, ваши ремни пристегнуты, столики убраны. Кстати, мобильное устройство надо перевести в авиарежим. Это важно. Посмотрите наверх, пожалуйста. Когда на панели горит табло «Пристегните ремни», вы должны быть хорошенько пристегнуты. И еще раз напоминаю, что в самолете нельзя курить и распивать алкоголь. Дождитесь, когда выйдете из самолета. Спасибо. In preparation for takeoff, please ensure that seatbelts are securely fastened, tray tables are stowed away, and window shades are open. Please make sure that your portable electronic devices are in flight mode. Remember that your seatbelt should be fastened whenever the fastened seatbelt sign is on. Please refrain from smoking and the use of e-cigarettes during the whole flight. Also note that the consumption of your own alcohol is strictly prohibited. Thank you. Наслаждайтесь полетом. Погнали! Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelts are securely fastened, tray tables are stowed, and armrests are down. We wish you a pleasant flight. Thank you.
5-2-3. Все. Работает сегодня, сегодня.
самолете обеспечивают очищение воздуха от любых частиц вируса. Но мы просим вас воздержаться от перемещения по салону во избежание случайных контактов. Туалетные комнаты расположены одна в передней и две в хвостовой части самолета. Обращаем ваше внимание, что все туалетные комнаты оборудованы доктор-минимум. Пожалуйста, соблюдайте гигиену, не создавайте очередь при посещении туалетных комнат, а также соблюдайте дистанцию. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the passenger side is turned off. Please note that the field is now aircraft ensured with the basic reverse particle. In the way, we kindly ask you to remain from waiting around the cabin until the next net of contact. The aircraft is on board 1-6-1 in the interior part of the aircraft. Please be informed when all entries are agreed to smoke detectors. Follow hygiene procedures and collect the aisle listing letters and by the distance. Thank you for your attention.
высоте 10 тысяч метров скорость самолета составляет 810 километров в час. За бортом у нас минус 54 градуса и небольшой попутный ветер порядка 20 километров в час. А сейчас мы пролетели Липецк, Воронеж, направляемся в сторону Морозовска, а дальше мимо Минеральных Вод и рассчитываем прибыть в аэропорт города Нальчиков в 12 часов 30 минут. В Нальчике нас ожидает хорошая погода, при вылете будет плюс 4 градуса. Я желаю приятного полета, благодарю за внимание. Dear friends of Jakarta, I'd like to provide you some information about our flight. Today we're cruising up to 20 km per hour. 3 minutes ago we fly over Voronezh, and at this moment we fly towards Morozovsk. And next we'll fly towards Mineralny Vody. We expect to arrival to Nalchik at half to 1 p.m. local time. Weather is nice. 40 Celsius was before departure. Enter your flight, thank you for attention.
местного командира. Через 4 минуты мы приступаем к снижению для захода на посадку и посадки в аэропорту города Нальчик. Хорошая погода нас ожидает, плюс 4 градуса тепла. Благодарю за внимание. Друзья, бортпроводники сейчас пройдут по салону с тележкой для мусора. Отдайте им все ненужное. Посмотрите под ногами у соседа весь мусор. Они стараются сохранить салон самолета чистым. Помогите, ребята. Предупреждаю, туалеты будут закрыты через 10 минут. Если надо, лучше не тянуть. Any rubbish and throw away, please hand it over to our cabin crew. Please
Испытательный полет подходит к концу. Капитан включил табло «Пристегнуть ремни». Прямо сейчас займите свои места. Пристегните ремни, уберите столики и опустите подлокотник. Туалеты во время посадки будут закрыты. Open your window.
готовы к посадке. Пожалуйста, убедитесь, что ваши ремни безопасности пристегнуты. Столики у на подлокотнике опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready for landing. Please make sure the seatbelt is securely fastened. Two tables are stowed, thermostat down, thank you. Наш самолет совершил посадку в Нальчике на 14 минут раньше нашего расписания. Местное время 12 часов и 30 минут. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности до отключения светового табло пристегнутыми. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, I've just landed in Nalchik. 14 minutes ahead of our schedule. The local time is 12:30. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. Until the fast seatbelt sign is turned off. Thank you. Я тоже хочу, чтобы в багаже.